Орденом Айбан третьей степени имени Рахимжана Кошкарбаева наградили ветеранов войны в Астане. Высокую награду вручил аким столицы. Женис Хасбек встретился с каждым ветераном, проживающим в городе. В их числе и 99-летняя Раиса Егоровна Сафоничева. Отмечу, орден Айбан третьей степени вручается за отвагу, проявленную при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства. Сегодня в столице проживают 7 ветеранов войны и 1345 тружеников тыла. В преддверии Дня Победы в столичном доме престарелых прошел концерт, организованный Министерством обороны, а после выступления ветеранов угостили солдатской кашей. Хотел бы еще раз выразить свою благодарность этим людям, которые на своих плечах вынесли такое тяжелое время. И сегодня те условия, которые есть у нас, у их внуков, правнуков, это, конечно, благодаря их огромной самоотверженной и работе, и героизму, которые были проявлены в то время. Мы всегда поддерживаем наших ветеранов, постоянно на контакте. Постоянно общаемся, если какие-то вопросы, просьбы появляются, естественно, акимат очень активно реагирует.